Красота. Что-то как-то, мне кажется, все должно быть просто, на самом деле. Вот как он так выживает? Ладно, надо посмотреть, как сохранение быстрое. Управление, так, это действие. Открытый прицел, метка, чувствительность. Загрузка сохранения, сохранить. Да ладно, нету. А вот, быстрое сохранение F5, отлично. Отлично, я косой. Это мы уже поняли. Ой. А вы тут дерзкие. Да ё-моё. Маскировка на трибуну. Максимум уровень. Чё я не кидаю глину? Блин, ничего с ним. Ладно, понятно, он не хочет у нас умирать. Так и быть, я тебя понял. Сейчас мы засейвимся. Погнали дальше искать, я помню, там в том месте, да. Отлично, 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 отлично. Маскировка активирована. Где хоть кто-нибудь? Че они все так разошлись, что я теперь их не вижу? Закатывай. Следующий. Блин, вовремя. Здорово. На. Давайте мы уже с вами разберемся наконец-то. Кто? Маскировка активирована. Максимум правильный. Вот как он даже в голову не попадает. Отлично, тут где-то рядом танк.
Танк, танк, танк. Что нам с тобой делать? Отлично, нет ничего, да? Засейвимся. Значит, тут ракетница должна быть просто полная база. Раз такая фигня с тем, что я не могу. Окей, засейвимся. Танки. Ой, ну кто ж знал, что так выйдет? Ну и тут еще полное здание этих чуваков. Да, ё-моё. Не то слово, контакт потерян. Сейчас вылезет здесь. Должен вылезти. Да, ё. Может, мы возьмем патроны, нет? Понятно, короче, нам отсюда надо все сделать. Ты что такой бронированный-то, а? Что с ним? Пророк, я в здании правления у корейцев. Тут штаб. Вижу карту какого-то научного объекта. Похоже, это раскоп. Отлично. А толку? Пока никакого. Ладно, с одним разобрались, уже неплохо. Максимум
Да ладно. Мы выходим. Новак, мы идем к Краскову. Фьюх. Отлично. Боеприпасов, конечно, херня. Надо собрать. А чё ты дробовик-то не видишь ни один? В упор. Какая музыка такая, будто я мир спас. Так. Возьмем гранатомет. Отлично, наконец-то мы отсюда уходим. Скажу такое себе. Можно я просто уеду? А, тут же было где-то. Где-то можно было джип взять военный. Полностью где-то здесь. Да. Вот, отлично. И погоним. Хотя у грузовика, по-моему, здоровья, кстати, больше. Только не говорите, что мы не можем выехать из-за этого. Так, я упертый. Я отсюда выйду. Я же говорил. И куда это, интересно, направляться нужно? Это псих. Иду в точку эвакуации. Заложницы на буксире. Понял, псих. Сообщи, когда она будет в безопасности. Типа по лесу. А-а-а. Оригинально. Недостаточно энергии. Ой, какой ты. Номат, я нашел одного из ученых. Кряхтящий. Передаю координаты, быстрее сюда. Да бегу я, чего вы начали-то? Вы бы сами попробовали бы танки уничтожить сначала. Понятно. Могли бы предупредить, что меня ждет. Максимум брони. А, вон вижу. Эх, ребята. Я не хотел. Вот они бронированные, это, конечно, что-то с чем-то. Ладно. Так, выходите, выходите. Оу. Да, конечно, именно так и должно было все завершиться. Точно, граната. Может, он мой? Это странная тут, конечно, я скажу, динамика игры, в том плане, что, типа,
Непонятно, на самом деле, немножко. Да сам умирай. Я понял, вдоль дорог лучше не таскаться. Наверное, лучше было по реке. Здесь полно корейцев, черт знает чего еще. Это что-то уже многих убило. Надо идти дальше. Иду в той лице пещеру. Встречаемся там. Понял, иду. Вот это тебе повезло. Блин, как неудобно. Ай. Маскировка активирована. И чё ты берешь это оружие? Может, нормальное оружие возьмем? Кто здесь еще? Давай. Выходите. Мне кажется, я нашел Бодовский. Похоже, это та же тварь, что убила Ацтека и Жута. Продолжайте ногут. Осталось найти еще троих. Надеюсь, да. В лучшей форме. Обязательно. Ой, пошел ты в баню, а? Реально, визор бесполезный абсолютно здесь. Где? Я их не вижу. Да, по воде, кстати, можно было спокойно проплыть, по идее. Номат, я заметил противника на другом берегу реки. Будь осторожен. Ой, ладно. Побежали. Я так не был бы уверен. Ай, ну давай мне только... Ну? О, мои. Кажется, до них дошел наконец-то. Максимум скорости. Маскировка активирована. Идем, Номад. Пойдем. Скоп идет через эти пещеры. О, ход через пещеры. Ложница работала на ЦРУ. Ты знал. Правда? Если бы это имело значение, я бы сказал тебе раньше. ЦРУ давно следит за Розенталем. Чем их заинтересовал простой археолог? Его группа обнаружила следы культуры, существовавшей задолго до человека. Нас интересует, что именно они нашли, почему корейцы так тщательно это скрывают. Понятно. Я так и не смог достучаться до штаба. Похоже, опять глушилка. Надо найти и уничтожить. А пока мы сами по себе. Район, отмеченный на карте, в 3 километрах отсюда. Чем скорее мы закончим, тем лучше. Да ладно, всех забрали. Что за черт? Пророк, слышишь меня? Пророк, ответь! Ответь!
черт! Еще и на карте глюки. Ладненько. Это майор Стрикланд из штаба. С вашим командиром только что пропала связь. Сигнал от костюма не поступает. Что у вас там за чертовщина? Пророк пропал. Повторяю, пророк пропал. У нас двое убитых, а пророка только что схватила какая-то тварь. Она уволокла его в джунгли, он обречен. Сейчас мы тебя эвакуируем, сынок. Сиди тихо, а я пока быстренько организую борт. Никак нет, сэр. Я выполняю задание. Нам известно местонахождение Розенталя. Его держат на раскопе где-то рядом с корейской базой. Иду за ним. Уважаю, сынок, но помочь не могу. Наш спутник глушат корейцы. Если ты найдешь и обезвредишь генератор помех, я загружу свежие снимки и попробую найти твой раскоп. Понял, майор. Заранее спасибо. Окейушки.